Друзья, всем огромный привет! У нас сегодня пасмурно. Готовить обед буду в беседке на гриле. Это сочные, чесночные, куриные окорочка. Также на гриле запеку овощи. Они будут тоже чесночные. Давайте посмотрим продукты. Поехали! У меня здесь 7 куриных окорочков. Также потребуется яблочный уксус, тростниковый сахар, горчица, томатная паста, чеснока. В сегодняшний рецепт потребуется много, как сухого, так и свежего. Прованские травы, растительное масло, соль, перец, ну и овощи. Кабачки, баклажаны, болгарский перец, зеленый лук. Начинаем с маринада курицы. Чтобы курица у нас лучше и быстрее промариновалась, необходимо сделать надрезы. И делаем буквально 3 надреза. Далее занимаемся маринадом. В маринад пойдет 2 большие головки чеснока. Натираем на мелкой терке. Чеснок перегружаем. Добавлю прованских трав. Они у меня пойдут как в курицу, так и в овощи. Растительное масло, соль, перец, все перемешаем, масла еще не хватает, вот теперь в самый раз. Далее индивидуально по одному окорочку перегружаем в миску и хорошенечко натираем этой чесночной бомбой. Особенно хорошо в наши надрезы. Пока в сторонку. Отлично. Теперь всю курицу перегружаю обратно. Закрываем крышку, оставляем мариноваться примерно на час. В общем, минут через 40 разжигаем угли. Угли готовы. Курица у нас будет готовиться на непрямом жаре. Брикет отправляю в одну сторону. Приобрел себе вот такой набор для барбекю от Гипфел. Нужная и отличная вещь для гриля. Здесь и лопатка, щипцы, вилка, кисточка, ножик, щетка для гриля. В общем, все самое необходимое. Такой набор просто необходим как на даче, ну и на природу. Милое дело, взял с собой и все в одном чемоданчике. И вообще, часто использую посуду Гипфел, качеством доволен. Кому интересно, друзья, ссылку на данный набор для барбекю оставлю в описании под видео. Гриль прогрелся, поехали готовить. Решетку почистил, теперь смажу маслом.
У нас здесь не прямой жар. Закрываю гриль пока минут на 30. Температуру буду держать градусов 170-180. Чесночную курочку будем глазировать. Для этого мне потребуется яблочный уксус 2 столовые ложки, столовая ложка тростникового сахара, столовая ложка горчицы, столовая ложка томатной пасты. Ну и, конечно, сухой чеснок. Перегружаем все в емкость. И немного чеснока. Все хорошо перемешаем. Добавлю немного растительного масла. Теперь ухожу в дом. Прокипячу буквально минуты 3. Далее займемся овощами. Также будет у нас готовиться на гриле. Нарезаю все кольцами. Болгарский перец. Ну что, к овощам сделаю чесночное масло. Здесь у меня пару зубчиков чеснока натер на терке и добавлю еще сухого чеснока. Все-таки он имеет немного другой вкус. Соединю свежий с сухим. Буквально чайная ложка. Обязательно прованские травы. Солим. Немного перца. И заливаем все растительным маслом. Все перемешаем. Отлично, ну и пусть ожидают своего часа. Прошло 30 минут. Самое время курицу заглазировать. Ох, чесночком отдает, вот так отдает. Обильно смазываем. Закрываю еще минут на 7. Прошло 7 минут. Теперь курицу я переворачиваю. И глазируем с другой стороны. Ну и все, финиш. Закрываем 5 минут и пойдут в ход овощи. Чесночные запеченные овощи, чесночная курочка, и все это нам сегодня на обед. Как же это аппетитно выглядит, друзья! Бегом к столу! Ароматная, друзья, наисочнейшая курица с таким обалденным овощным гарниром. Рецепт
Как всегда, друзья, скажу честно, на все 100 по-другому и быть не может. Аромат дымка от гриля. Я лично люблю чеснок и стараюсь чеснок добавлять во многие блюда, потому что они получаются вкуснее. Кисло-сладко-острая глазировка также придает интересную нотку сегодняшнему блюду. Вот такой у нас сегодня на даче обед, пропитанный чесночным ароматом. Друзья, попробуйте приготовить и вы. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на два других моих канала, на мой инстаграм, вступайте в нашу дружную, огромную казанную банду в группе ВКонтакте. Ну и самое главное, готовьте на природе, кушайте с аппетитом. Всем отличного настроения, пока!